Значит так, слушай меня внимательно. Прямо сейчас ты заходишь на этот канал, который называется Хикаро. Ссылочка есть в описании. Смотришь, как злой дед играет Слендера, ржешь и подписываешься на этот канал. Иначе я приду за тобой вместе со злым дедом. Всем привет, мои любимые смертные подписчики. С вами Глюк, и сегодня мы будем продолжать играть в Happy Wheels. И я понятия не имею, почему на этой фотке у меня из уха торчит рука. Уии, сына из кусков свинины. Чё? Рту. Ну, наверное, так закончим. Да какого хрена так? А, блин! Упор от уровень, я же говорю, упор от уровень. Так. Сына, тебя отпускаем. Ты у нас останешься жив в любом случае. Хотя бы это будет хорошо. Папа, папа, не бросай меня. Иди в жопу, сынок. Батя не будет заниматься делом. Летим, 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 летим. Есть! Нет! Я только обрадовался, что я долетел. Ну давайте еще мое сердце по всему раунду раскидайте. Ну куда ты катишься? Слышь, вернись на базу! На базу вернись! Да... Короче, мое сердце тут без меня развлекает такое. Уииии! С горочки скатимся! What the fuck? Куда мы едем? Куда мы едем? Оно еще и прыгает. Прыг-скок! Веселое сердце! Почему кишки-то не такие веселые, как сердце? Смотрите, оно прыгает. У-ху! Как весело кататься на горке! Давай еще раз такой. Давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Не прыгает? Почему оно не прыгает? Оно должно прыгать. Ну давай, ну ты же веселое сердце. Уи! Видишь так? Уи! Как весело! Вот я, или я упорот, или раунд упорот, или все вокруг меня упорот. Ой, блин, что-то я тут так рукой раздергивался, что аж плечо заболело. Ну ладно, сына. Теперь мы попробуем пройти по-нормальному. За исключением того, что ты не будешь проходить. Ты слишком жирен, и ты мешаешь мне проходить уровень. Сына! Ты запорол уровень! Ты запорур... Запорур уровень. Ну и ладно, ну и сиди со мной, будешь кататься тогда. Спасибо, пап, я поездил с тобой. Сиди молча. Хорошо. Я говорю, молча сиди. Эй, сына. Верей, ой, сына. Не тот голос. Жирный сына. Жирный твою мать сына. Как это проходить, пока когда ты такой жирный? Да. Я не умею играть в Happy Wheels. Я понял, что я абсолютно не умею играть в Happy Wheels. Да, папа, ты не умеешь играть в Happy Wheels. Заткнись, сын! Заткнись, на шашлык пущу на... На шашлык же сказал, пущу, затыкаться надо, когда папа тебя просит. Да что ж ты творишь-то? Остановись! Остановись! О, все, остановился. Наркоман. 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 Эй, тихо. Тихо. На разгон. Да что ж ты же за жирный придурок-то такое? Что ж ты заехать-то не можешь никак туда? Ты только и можешь башкой биться об эту штуковину. Сдохни. Я зол. Я буду вымещать зло на сыне. Очень плохая практика для родителей. Да. Пап, тихо! Тихо. Так, давайте осторожки, давайте уже все, без всяких придуриваний, спокойненько. Сейчас на разгон! На разгон, твою мать! Та-та, блин, пидорас! Ты греб... Все, я пытаюсь последний раз. Если у меня сейчас не выйдет,
Значит, оно не выйдет ни у меня никогда. Я не буду дальше проходить этот раунд, я пойду в следующий. You fucking serious? Какого хрена сейчас произошло? Идиота кусок, идиота кусок. Тихо. Давай, давай, стой. Давай, на разгончик, потихонечку. Есть, жив, цел орел. Летим. А, придура! Скотина тупорылая, как ты умудрился сдохнуть здесь? Блин, все, я не могу, ой. Я в прошлый раз так стукнул по столу, что у меня аж батарейка из мышки вылетела. Я упорот. Ничего не могу с этим поделать. Я упорулся. What the fuck? Летаем. Я принял такую же позу, что вам не нравится. Я же в точно такой же позе был. Ну ладно. Тихо, держись, Спайдермен. Спайдермен, как там это? Свин-паук. Без него мы все как без рук. Может он сеть плести? Нет, не может, он же свин, он тот. Он страшный свин-паук. Твою мать, я забыл там переключиться. Ну, давай, Спайдермен недоделанный. Держись, крысавчик, просто молодец. Давай, теперь вытягивай ручки, зарядочка, молодец, вот так вот и надо, так. Хоть руки не оторвал там себе, и на том спасибо, а то знаю я этого говнюка. О, погофайтики! Сейчас будет опять эта музыка. Дети в жопе опять! Что ты вытворяешь с моей задницей, а? Ну что ты делаешь? Зачем? О, мой гад! А ему нравится! У него такие звуки прямо наслаждение! Вот извращенцы! Игра для извращенцев! Ну ты посмотри, он даже когда я уже стал трупом, он не отрывается от моей задницы. Я даже боюсь представить, что ты там себе делаешь. Извращенский ребенок. Маленький извращенский засранец. Тяря-па-па-па-пам. Па-пам-па-па-па-па-па-па-пам. Дедушка, лови меня! Дедушка, я вернулся к тебе. Тихо, блин, чуть башку не допоролся. Держат тут всякие острые предметы. Честным людям мешают прыгать. Твою... О, я жив, а этот говнюк перестал орать. Твою мать! А дедушке хорошо, дедушка отдыхает. Как хорошо! Отдыхай. Но ноги на стену еще поставил, блин. Тихо. Можешь свою эту катану забрать? Катанасу. Топор в груди. Как теперь жить? Ох, вот это я фак есть сделал просто. Ну ты еще пожонглируй их своими кишками. Да блин. Как это сделать теперь? Наркоман! Ты что, все будешь их собирать, да? Это нереально. Это стало нереально. Сбей жопой бомжа! Новый челлендж, бомж-челлендж называется. Сбей бомжа своей жопой. Я передаю этот челлендж всем своим подписчикам, чтобы они сбили бомжа своей задницей в любом из раундов Happy Wheels. Эй, я опять умер. Ну я так не играю. Я-то думал, я сейчас выживу. Буду про...
клюком очень легко расправиться. Просто выставьте вперед любой самый маленький, но острый предмет. И глюк обязательно напорится на него головой. Можете не сомневаться. Ну вот я же говорю! У глюка голова всегда притягивается к острым предметам. Голова и жопа. Жопа что-то раньше более намагничная была, сейчас чуть-чуть поменьше. Зато вот голова страдает. Ребенок, вытащи колено у меня из затылка. Как ты колено туда запихал? Наркоман ты сраный. Сраный наркоманище. Да блин, да кто ж тебя просил-то назад улетать? Тихо. Все будет хорошо. Мы останемся живы, а этот чувак йогой занимается жопой кверху. Всегда поднял! Твою мать! Как? Ты сделал сальтак, за миллиметр увернулся от топора и приземлился именно на него головой! По-моему, мои навыки в Happy Wheels теряются с каждым пройденным уровнем. Вообще, ну вот реально, что-то я последние уровни вообще не могу пройти. Ну реально, я помню, как я в прошлый раз играл в Happy Wheels. Я вообще не прошел, по-моему, ни одного уровня. Что за хрень? Я уже злиться на себя начинаю. Остолоп! Придурка и кусок. Вот. Так. Давай осторожненько, чтобы там вот этой прыгалкой выбить. О, ну пойдет, нормально. Топор в спине нормально. Немножко тяжелее стали, но пофигу. Так, теперь надо перепрыгнуть этого... придурк! Ты гребаный козел! Гребаный козел, зачем тебе столько мечей? Уйди отсюда! Фак е! Жираф! Я всегда мечтал стать жирафом. Теперь моя мечта осуществилась. Я просто счастливый глюк! С катаной в жопе! Вот так вот, дедушка, ты мягкий, спасибо! Фак е! Вот это у тебя инструмент между ног, которым ты зарезал только что себя. Придурок! О, у тебя там еще и рукоятка есть. Как удобно. Будет за что подержаться. Да ты серьезно? Что вы творите со мной? А ты что жопу свою тут, блин, подставляешь? А? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, только не зарежь себя этой штукой. То знаю я. Мы коллекционируем острые предметы в себе. Нам не нужен чехол для острых предметов. Потому что наша голова идеальный чехол. Да. Тихо. Сейчас зарежешься, зачем нам это надо? Нам это не надо. Как говорил Саидук. Да? Из живота торчит такая острая хрень. А сзади из жопы торчит настоящий мужик! Взрослый мужик лезет у меня из задницы! Люди добрые, спасите, помогите! А он опять начинает лезть из задницы, какой кошмар! Люди добрые, спасите от этого придурка окаянного! Как он мешает мне маневрировать? Он мешает мне маневрировать! Он скотину зарезал меня! Да что ж такое, меня на Синдука сегодня тянет, и вчера тянуло, и сегодня тянет, да я наркоман! Тихо! Ха-ха-ха-ха! Получай от своих собственных сабель! Говнюк, ты меня убивал сколько раз, пидорас! Классная рифма. Сколько раз ты пидорас?
Я идиот! Блин, идите в жопу, задолбал этот тупой раунд! Я не могу уже проходить его, я столько раз сдох! Creeper Fightful? Creeper Fightful. Подождите, я уже проходил это! Я уже проходил это! Так. You Assassins. Мой брат вечно говорит, не Assassin Creed, а Assassin Creed. Классно! Весело-то как! Фарш во все стороны! Как раз то, что мы любим! Просто потрясающий раунд для меня! Тихо, наркомания какая! О, фаршика сколько! О, фаршика сколько! Да здесь целый пельменный завод можно сделать из этого фарша! Все, сдаем фаршик в Ашан на котлетки! О, оружие у меня есть! Сдохни! Твою Свободу телу! Свободу! О, я на финиш приземлился! Это можно считать за финиш, не? Нет? Нет? Ну ладно. Ну ладно, я пройду еще. Там... Космос! Да ты охренел! Такая подача, приземлился, блин. А тут хрыж. Ты представляешь, если бы Гагарин приземлился из космоса, пролетел бы, а ему тут мусорным баком хренакс по башке! С возвращением, скотина, на землю! Добро пожаловать в сраную человеческую цивилизацию, мать его! Я знаю, вам это нравится, это очень эмоциональный раунд. Но он меня провоцирует на эмоции, я просто не могу... Вы посмотрите на эту мину. Она специально там заложена, чтобы устроить здесь еще больше веселья. Да... Ты откуда взялся-то? Ассасин. Ассасин. Сасай! Сасай, засранец! Блин. Да блин! Сдохните, пидорасы! Сдохните, пидорасы! Вы, жив! Жив, цел! Да блин! Ты какого хрена башкой застрял в моем сегвее? Окаян! Придурок, как ты вообще попал туда? Да ё-моё, еще сами кидаются! Я Гагарин, меня нельзя... Говнюк! Вот ты старый дед, говнюк! Вот ты пидорас! Вот ты просто камикадзе недоделанный, а! Да! У меня просто не хватает слов. Я хочу живой доехать. Раунд очень классный, я хочу живой! Да не, я доехать! Я доеду! Бери мусорные баки от меня! О, как так? Я же жив! Ну я же жив! Ну как так? За что копье из жопы у меня торчит? Теперь не ж... Твою мать. Я жив, нет? Не жив. Ну ладно. Ну ладно. Как-то быстро все закончилось. Очень быстро. Кыш, 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 кыш! Давай, давай, ты сам еще хочешь кинуться сюда, я знаю. Вот так вот, я грызаучик! Я прошел вас... Вас, пидорас. Так, и как вот мне тебя пройти? Там же сверху сейчас куча мин упадет. Назад, 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 есть! Все хорошо, все хорошо. Жив, цел, жив, цел, глюк! Жив, цел! Ой, блин, аж щеку прикусил. Это знаю, так и ржать, чтобы прикусить собственную щеку. Ну ладно. Теперь я не могу разговаривать нормально, потому что моя щека частично откушена. Да. Ладно, шучу, нормально все. Смотрите, какой у меня шлем. Шлем, 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 шлем. У меня же был шлем, он должен был бы меня спасти. Сына, сделай искусственное дыхание с моей задницей. Не хочешь, да?
Ну ладно. Я понимаю тебя. Я понимаю тебя, сын. Не каждый человек имеет такое пристрастие к задницам. Хотя иногда ты просто проявляешь потрясающее пристрастие к моей заднице. Так. На колени, холоп! На колени, пока едет твой повелитель Глюк! Друзья, а в этот момент у меня проснулся мой домашний медведь, и мне нужно идти срочно его кормить, иначе он меня самого сожрет за место корма. Вот, в общем, я быстренько с вами прощаюсь и иду, Мишка, иду! Ну а вы пока быстренько не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить упоротый комментарий. Все, иду!